Всем мое почтение, друзья. И вот и печальная новость. Менеджер блогера Саида Губденского подтвердил, что блогер скончался в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Хотел бы выразить свои соболезнования друзьям, родным, близким, всем тем, кто знал этого человека. Мы, блогеры, несмотря на то, что есть конкуренция, есть еще какие-то друг другу претензии, но после того, как человек умер, погиб, мы должны выражать сочувствие и скорбь по этому поводу родным и близким, друзьям этого человека. Хотел бы принести свои слова поддержки, сострадания. Вечная память, Царство Небесное, пусть покоится с миром. Надеюсь, родные будут дальше жить, и у них будет все хорошо. Никакое время, конечно, не залечит раны, но все же жизнь продолжается, друзья. Берегите себя.